Контейнер Минимакс. Объем контейнера 950 мл. Размеры контейнера. Диаметр 17 см. Высота контейнера 8,5 см. Контейнер состоит из емкости и крышки. Крышка у контейнера абсолютно герметичная. У крышки есть выступ. Удобно закрывать крышку. Удобно открывать крышку. У основания контейнера посередине мягкий, гибкий полимер. Сверху ободок и снизу дно жесткое. Минимакс – это очень удобный контейнер, который можно использовать для хранения и транспортировки продуктов. Когда у вас много продуктов, у вас Минимакс полностью открыт и имеет объем 950 мл. Когда у вас мало продуктов внутри, нажимаем сверху, и объем Минимакса стал меньше. Нажимаем еще раз, и Минимакс превратился в тарелку. И ваша чаша визуально всегда будет полной. Минимакс обладает способностью уменьшать свой объем, сжимаясь по высоте, как гармошка. Для этого необходимо нажать сверху на жесткую часть чаши. А в таком состоянии вы можете ее хранить в кухонном шкафу. Толщина Минимакса в собранном состоянии ровно 3 см. Для того, чтобы разобрать Минимакс и сделать его вновь большим, необходимо взять любую емкость, диаметр которой меньше дна Минимакса, поставить на стол, сверху поместить Минимакс и нажать двумя руками. Все, Минимакс у вас разобран. С помощью Минимакса вы можете хранить различные салаты, гарниры, вторые блюда, а также полуфабрикаты маринованного мяса или фарша. Положите домашние котлеты в емкость Минимакс и возьмите с собой на работу. Когда вы все съели и ваш Минимакс пустой, вы его сложили, закрыли крышкой и принесли домой. А дома вы его можете помыть. Минимакс вы можете взять с собой на мероприятие. А с мероприятия вы можете принести домой вкусный пирог либо тортик. Поместите угощение внутрь, закройте крышку. Кстати, крышка закрывается следующим образом. Необходимо пальцы поместить на жесткую часть и нажимать одновременно на жесткую часть и на крышку. Не нажимайте на крышку сверху, чтобы исключить складывание Минимакса. Обратите, пожалуйста, внимание на широкий бортик основания. Это необходимо для предотвращения открытия крышки во время транспортировки. Крышка не может зацепиться во время транспортировки и открыться. Это надежно для вас. Крышка у Минимакса абсолютно герметичная, что обеспечивает сохранность содержимого внутри емкости. Минимакс незаменим в поездках на дачу, пикниках, походах и путешествиях. С собой вы можете взять любимые блюда. А когда вы съели свои любимые блюда, нажимаете сверху Минимакс, закрываете крышкой, и он у вас занимает очень мало места. Контейнер Минимакс приятно удивит вас по качеству хранения и транспортировки ваших любимых блюд.